этой программы нет сценария. Когда мы снимали это видео, мы и понятия не имели, что из него получится. Изначально это были просто зарисовки, планы, которые обычно остаются за кадром, но эти моменты и есть самое ценное. И сейчас мы хотим ими поделиться. Всем привет! Меня зовут Андрей, Андрей Исакин. Со мной мой друг Саша. Он виртуозный скейтбордист и отличный оператор. Мы в аэропорту Амстердама Схипхол. Он огромный. Здесь у нас пересадка на рейс до Лиссабона. За 20 минут до вылета нам объявили, что скейтборды в самолет брать нельзя. И теперь мы мчимся в другой конец аэропорта, чтобы сдать их в багаж. На месте мы узнаем, что за каждую придется отдать по 50 евро. Как так? Мы связываем их вместе и платим как за одну. Осталось успеть на рейс. Thank you. Добро пожаловать в Лиссабон. Мы арендуем машину и с трудом размещаем в ней все наши вещи. Ваш багаж, сэр. Нас ждет путешествие из Лиссабона по всему побережью Атлантики до Марбеллы. Мы посетим самую западную точку Европы мыс Рока и самую южную точку мыс Тарифа. Оттуда до Африки рукой подать. Из этого путешествия мы попытаемся привести не только массу новых впечатлений, но и короткометражный фильм, с которым мы примем участие в конкурсе. Уже поздно, и сейчас нам предстоит доехать до места первой ночевки. Это около 60 километров от аэропорта. Я не фанат вождения с навигатором, но здесь без него сложновато. И прежде чем найти дорогу, мы навернули небольшой круг по Лиссабону. Да, мы можем прямо ехать? Он говорит прямо ехать. Нам можно сюда? 3 метра. Ну вот, кажется, мы нашли дорогу и отправляемся спать. Доброе утро. Мы переночевали в мотеле и готовимся продолжить путь. А вот и наша карта. Я купил ее в Москве перед началом путешествия. Как видите, у нас хорошая компания. Девушку справа зовут Таня, она архитектор. Слева Вика, восходящая звезда вейкбординга. А посередине Валя, о ней я расскажу чуть позже. Пока девочки внимательно изучают карту, я пытаюсь найти общий язык с навигатором. Из серф-справочника мы узнали, что на юго-западе Португалии есть несколько интересных мест для серфинга. Нам не терпится туда попасть. Итак, поехали. Я пить хочу. Пока мы едем, расскажу немного о том, что за фильм мы собираемся снимать. Итак, рабочее название «Бесконечное лето». Это короткометражка. Идея пришла к нам, пока мы летели из Москвы в Амстердам. Поэтому сценарий для нас самих пока остается загадкой. В фокусе красивая картинка. Надеемся, он окупит нашу поездку. Зачем еще снимать фильмы? Кажется, приехали. 3 часа на машине, и мы в городе Сагреш. Это будет первой нашей остановкой. Судя по информации из справочника, здесь должно быть неплохо. Мы, как герои культового фильма о серфинге Endless Summer, преодолели огромное расстояние в поисках волн. В серфинге волны имеют ключевое значение. Профессионал не сможет проявить себя на плохих волнах, в то же время новичок на хороших волнах быстро научится и будет выглядеть весьма сносно. Сегодня наш первый день катания в городе Сагреш. Это город, где находится старинная крепость и отличные волны, пусть они очень стабильные. Завтра мы поедем на следующий спот, который находится немного к северу. Проедем мимо маяка и покатаемся там. Доску можно арендовать в одном из серф-шопов. Это не проблема.
Помимо серфинга, Сагреш знаменит еще и тем, что в эпоху Возрождения принц Генрих Мореплаватель основал здесь уникальную морскую школу, среди выходцев которой были Васко де Гама и Фернан Магеллан. Сегодня искатели приключений приезжают сюда, чтобы посерфить и насладиться марсианскими пейзажами. И это действительно того стоит. Увидев лучи закатного солнца, мы поняли, что такой шанс упускать нельзя. Идеальный асфальт, скейт, велосипед. Вот так спонтанно родился первый кадр нашего фильма. Съемки получаются очень эмоциональными. Это то, что нужно, ведь мы экранизируем мечты героя, а не реальную жизнь. Героиня Вали — это идеализированный образ, созданный в его сознании. Полагаю, на этом можно завершить наше знакомство с городом Сагреш. Нам посоветовали отправиться в соседнюю бухту. Говорят, там качественные волны и невероятный пейзаж. Отправимся туда завтра же. Напоследок небольшой найт-райд по Сагрешу.